Утренний ливень добавил работы не только работникам коммунальных служб, но и амурским электрическим сетям. Перебои с электроснабжением были в центральной части областного центра. Отключилась подстанция Благовещенская. Не было электричества также в районах КПП и плодопитомника. Правда, без света благовещенцы оставались недолго, максимум полчаса. В районе пересечения Пионерской и Тенистой молния ударила в кабель на крыше склада. Люди вызвали пожарных, но их помощь не потребовалась. Возгорания не произошло. Как рассказала пресс-секретарь амурских электрических сетей Инга Ашилова, сведения о повреждении оборудования пока нет. В отдельных районах Благовещенска отсутствовала телефонная связь, там, где были обесточены коммутаторы. В целом отключение длилось не более часа.